Всем привет, друзья, это я, Зелен Спрингл. Сегодня мы поиграем, то есть не поиграем, а создадим мультик, рисуй, под названием приложения «Рисуй мультфильмы 2». Да. Ну что, перед началом видео поставьте лайки, подпишитесь на канал. Ну что, а мы приступаем. И да, ребят, сегодня еще вам скажу, как отправить в YouTube видео. Ну, мы приступаем. Так, вот мы. Ложим. Не ложим, а просто открываем вот так вот окно, которое будем мы создавать мультфильм. Нажимаем на вот эти вот три палочки. И у нас вот такие вот, ну, штуки. Как бы все тут написано. Ну, вы все умеете читать, да? И хотите вот там фон. Ну, не белый, может, вот фон можно выбрать. Новый фон. И вот выбирать фон. Делать, не знаю, вот этот хочу коридор. Потом вот ведете. Ну, короче, ребята, я не буду объяснять, как это создавать мультфильмы. Вы, наверное, знаете, как. Ну, вы можете в Play Market скачать. Так, и наш добавить человечек. Ну, у меня тут паки, конечно же, вот такие вот. Ну, давайте приступим. Вот мои созданные. У меня их много. Что, давайте поставим меня или куда? Давайте, не знаю, спрингтрап такого поставим. Анимацию такую сегодня будем делать. Так, спрингтрап. Давайте его уменьшим, чтобы он влез в нашу камеру. Ну, не в камеру, а как бы наш мультик, который, ну, сегодня будем создавать. Еще уменьшим. И как, кстати, самое главное, забыли, чтобы... Ну, редактировать сцену, скорость анимации очень быстро. Я выбираю очень быстро. Так, у нас он больше экран. Так, и у нас спрингтрап. Давайте так вот сделаем. Уши ему. Так. У него, кстати, там что-то красное. Так, давайте поднимем ему глаза, чтобы он видел. Сейчас, подождите. У меня свет пропадает. Так, и наш спрингтрап готов. Ну что, давайте делать кадр. У нас уже 6 кадров. Так, не знаю, кого добавить. Давайте... Давайте меня... Давайте меня добавим. Кстати, ребят, скоро конкурс, ждите. Уши так делаем наши. Так, ну вот так вот будет. Пусть. Руки так вот сделаем, пальцы ему. Все, давайте делать мультик опять. Так вот, и он такой смотрит. Делаем ему уши и так. Ну, он такой вот. А я вот так вот делаю. И вот так вот уши у меня. Главное, чтобы быстрая анимация была, ребята. Ой, так. Я иногда ошибки, конечно, делаю, но не судите. Вот только вот так вот умею. Но не знаю, говорить там, видео снимайте. Может, я посмотрю и сразу буду делать такие мультики, как и делают другие авторы. Так. Извините, что не делаю с музыкой, но я могу, конечно, но не знаю, какую. Ну, давайте поставим какую-нибудь музыку сейчас. Так, ребята, я сразу музыку включу. Я сохраняю этот мультик, потому что у меня может вылететь. Так, ну все, я музыку включу. Сейчас потише немножко добавлю. Ну, не добавлю. Потише. Хотя немножко погромче. Так. Давайте поставим кого-то. Ну, ходит. Кто у нас ходит-то? Вот такая вот. Пройдем, как и получилось. Ну ладно. Сейчас потише. Как-то громко, ребят, соглашитесь.
Он такой, Спрингтрап удивился. Идет. Шаги. Уши делаем. И он его толкает. Конечно, у тебя какой-то мультик не получился. Странно, да? Вот такая у него головка. Так. Так, вот у нас мультик получился. Ну что, давайте смотреть. Я сейчас только музыку уберу. Еще давайте без музыки посмотрим, что у нас получилось. Так, пуск. Но я его сохранила в менюшку, не знаю. Вот, смотрите, у нас так получился. У нас так все быстро, но смотрите, вот, работает. Ну, я так просто... Так вот получилось. А, рекламка. Ой, так, ну ладно. Ну что, ребята, ну всем пока. Я думаю, что вам понравился. И да, я обещала сделать... Как добавить мультики? Ну, например, смотрите, сейчас я вам покажу. Так, выходим. Мультик, видите, он у меня сохранился. Итак, ну что? Вот, смотрите, хотите отправить в YouTube какой-то мультик свой из рисунка мультфильма любой, но то это очень легко. Просто нажимаете «Создать», там вот такая кнопочка, ну, вот такая вот кнопочка оранжевенькая. Там «Загрузки», «Смотреть». Загрузить и создать. Вот нажимаем создать. Там есть кнопка «Новый мультфильм», «Конструктор предметов» или «Отправить». Вот, видите, нажимайте «Отправить». И вот, вот тут это по-английскому YouTube написано, вот вам это и нужно. Вот наш мультик вот этот вот. Нажимайте на какой-нибудь, на наш мультик, например. На этот. И вот у вас написано «Мой мультфильм» и описание видео. «Мой мультфильм» это будет как бы... Название видео, а описание о чем будет видео. Ну вот. Потом нажимаете загрузить, у вас все загружается. Только подождите в YouTube несколько минуточек. Ну и не знаю, времени немножко. И все. И сами можете смотреть свой мульт. И другие люди тоже могут. Ну, ребят, это все было видео. Спасибо за просмотр. И тут я кое-что заметила. Сейчас, ребят, подождите. Я тут кое-что заметила в моем ютубчике. А захожу такая и смотрю. Так, обходящий. У вас новый подписчик. Это Фонтайн Фокси про аниматор. Вот, у него такие видео. У него сейчас
25 подписчиков, ну или у нее, или у него, не знаю. Вот тут у него тоже мультики такие, или у нее тоже мультики такие, тоже по ФНАФу. И вот я, как бы, ну она на меня подписалась, вот и язык заплетается. Так, ну ладно. И вот я на нее тоже подписалась. Да, ребята, скоро выйдет продолжение по игре Brawl Stars. Поэтому подписывайтесь быстрее на меня. А чем вы больше подписываетесь, тем больше выходит серии по моему видосам. Ну, всем пока. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.